Так, ребят, сегодня вам хочу показать, где я буду жить, точнее, не где я буду жить, а где будут жить мои черви. Здесь у меня черный принц, сейчас хочу я его раскидать на две коробки. Переселение дендробена чуть попозже. Здесь у меня мешки пока вот так вот валяются. Тут у меня корм лежит. Ну, короче, здесь у меня пока бардак, вот такой этот конкретный бардак. И земля, банки, стеклянки. Здесь у меня торфодробилка, микроволновка для черной львинки. Ну, короче, это тут мои потолки, я ими торгую. Если что, обращайтесь. Вот, короче, наверху это весь мусор у меня лежит. Это сейчас я буду еще дальше довыкидывать, контейнеры довызывать. Короче, моя задача, во-первых, поставить нормальный щиток здесь. Провести освещение, потому что очень темно. Убраться, все выкинуть. Вот это, короче, тоже все мы выкидываем. Всю эту хрень. Сюда я пока вон положил черную львинку. Она у меня пока так растет. Ну и, короче, а вот это вот мое будет основное помещение. Тут пока у меня лежат колеса. Это надо мне будет все утеплить. Такое вот у меня будет помещение здесь. Достаточно большое помещение. Я думаю, у меня хватит за глаза этого гаража. Я хочу вот здесь вот сделать перегородку. И вот это помещение, все, которое, где я сейчас нахожусь, забрать его на зиму. И, соответственно, это будет утепление. Это тут мои ящички, которые я делаю потихонечку, как говорится. Ну, короче, у меня здесь пока еще ничего не сделано. Только собираюсь сделать. Основной мусор я выкинул. Ну и еще контейнеры, я думаю, впереди. Вот. Пока поставил сюда вибростол, потому что дома уже нету места, блин. Короче, переезжаем потихонечку в гараж. Начал с вибростола. Ну и, соответственно, черви живут пока дома. Сейчас мы переселим черного принца. Здесь у меня, как обычно, М-бактерии и верховой торф. Ну, чуть отрубей добавил. Так, а тут у меня, соответственно, мой червячок. Пока вот в таком состоянии. Сейчас, короче, я его просею. Ну и в общем итоге покажу, сколько его общее количество. Потому что я не показывал общее количество. Показывал просто сколько. Короче, так, мельком показал. Сейчас я его просею и покажу, сколько у меня коконов в общем итоге получилось за 15 дней. Плюс-минус, короче. Ну, не больше. Коконы уже темнеют, пора пересеивать. Ладненько, приступаем к работе. Так, ребят, черного принца я отсеял. Ну, сейчас тут это торф не мой. В чем покупал. Ну, короче, если можете видеть его массу. Тут его реально дофига. Очень его тут много. Он очень живой, очень классный. Червяк просто огонь. Короче, сейчас вот я его раскидаю на два ящика. И то, я думаю, плотность очень большая, можно на три. Ну, пока раскидаю на два ящика его, там глянем. Сейчас я его еще отделю от мусора. Сейчас вот я его так соберу. Отделю от мусора. Весов я не взял. Ну, тут дофига его. Я думаю, тут, наверное, грамм 600, наверное, как минимум, а то и 700. Растут, кстати говоря, достаточно быстро. Покупал я их однозначно не такие. А вот такие вот они выросли, змеи. Вот он. На солнечном свете. Сейчас я сфокусируюсь. Вот такой вот он красавец вообще. Вот смотрите. Он просто супер. Вот. Ладно, начинаем дальше пересеивать. Сейчас я этот весь мусор уберу. Там, скорее всего, коконы. Я их еще буду перебирать сегодня. Потому что каждый кокон сейчас на счету. Потому что готовлюсь на осень на продажу. Соответственно, коконы мне сейчас в данный момент очень сильно нужны.
Все, ребят, начинаем дальше работать. Ну, это не кокошки, кстати говоря. Кругом одни кокошки. Ну, еще там то, что я просил их, я думаю, там много. Ребят, вот я так более-менее его очистил. Коконы еще виднеются. Я так вам количество показать. Какое тут количество черного принца. Обалденное. Вот такой вот он классный червячочек. Сейчас я какой-нибудь жирненького отберу. Они у меня тут еще не калиброванные. Вот он. Смотрите, какая красота. Он намного упругий, чем обыкновенный калифорниец, либо навозник. Когда их, конечно, отбираешь, они такие достаточно мягкие. Но в грунте они прям вообще, прям как дендробен, они прыгают прям вообще просто на ура. Тут, ну реально, грамм, наверное, грамм 600, наверное, 500, я думаю, точно. Достаточно много здесь червя. Короче, сейчас я его выкину на два ящика. Ну и там дальше будем смотреть уже. Коконы сейчас я переберу. Вот тут вот такая штучка. Сразу вспомнил, как я первый раз это делал. Видимо, торф тут не просеянный, не перемолотый. Ну, короче, придется коконы отбирать. Вот, ладненько, ребят, начинаю дальше просеивать. Коконы перебирать и червя заселять. Не буду больше его мучить. Вот такая вот красота, смотрите. Просто чудесный черный принц обалденный. Вот такой этот, супер. Так, друзья, ну вот я пересеял коконы черного принца. Не знаю, сколько тут штук. Штук может быть 300, 200. Не стал я их считать. Вот такое количество за дни, наверное, 15, либо 14. Надо посмотреть по видео, когда я их заселил. Ну, дни 15, короче. Вот накидали коконы. Все, ребят, всем спасибо и пока-пока.